Автор Ибрагим Нукушев. Свободная тема. Министру обороны Тасмагамбетову. Уважаемый Имангали Нургалиевич, обращаюсь к вам с просьбой решить мою проблему с получением военного билета по достижению 27 лет. Я прошел медосмотр в военкомате. Через неделю мне позвонили. Попросили сходить в военкомат Алматинского района города Астаны, чтобы поменять выданную мне по ошибке сотрудникам военкомата неправильную медформу, а свидетельствование. В связи с этим мне пришлось отправиться в военкомат. Выяснилось, что специалисты ничего не сделали. Это не первый случай. Я 3 раза не мог получить свое дело, которое постоянно терялось. В этой связи прошу разобраться и наказать виновных, а также предоставить мне военный билет. Уважаемый Ибрагим Айджанович, действиями сотрудников Министерства обороны ваша проблема была решена. Так, Департаментом по делам обороны города Астаны вам был выписан военный билет. Для получения своего учетного воинского документа вам необходимо обратиться в Центр обслуживания населения. Также информирую, что начальнику Департамента по делам обороны города Астаны дано указание о назначении служебного расследования по указанному в вашем обращении факту и решении вопроса о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Қазақстан Республикасы азаматтығын алған және басқа мемлекетте. Мужчины, которые получили гражданство Казахстана и которые не служили в другой стране, но уже достигли 27 лет, могут получить военный билет. Для этого они должны обратиться в местный военкомат. Если мужчина встал на военный учет, то его дело поднимается с картотеки. А если же он не встал на военный учет по месту жительства, то военкомат, в который он обратился, отправит запрос в военкомат, где он проживал ранее, а затем его уже отправляют в медорганизацию для прохождения медосмотра.